Всем привет! Помимо игр, да, я буду делать еще отдельные видосы там по ВКонтакте, по другим секретам. Короче говоря, помимо игр еще будут интересные видосы. Это один из них, да. Я думаю, сейчас уже многие умеют узнавать ID ВКонтакте. Заметьте, речь идет именно о цифровом ID. То есть, например, если я наведу на Дурова, да, вот внизу написано Дуров, или ДМ Медведев, ДМ, просто ДМ. Да, Боня Ави. То есть мы не об этом говорим, а именно числовой. Для чего нужен числовой ID? Да, это уже будет сказано в следующем видео. Я уже задумал сразу два видео. Но в этом видео я покажу не просто как узнать ID, да, это, я думаю, много источников помогут об этом сказать. А здесь уже есть спортивный интерес. Как это сделать максимально быстро? Давайте мы сыграем с вами в такую игру. Поэтому после этого видео, если вы придумаете еще быстрее вариант, напишите обязательно, мне будет интересно. Условия. Максимально быстро узнать ID человека ВКонтакте. Но при этом, чтобы можно было скопировать ID. То есть не просто, чтобы это можно было увидеть его, а чтобы использовать, то есть скопировать и так далее. Давайте, тогда сейчас я сделаю так, засеку время тогда. Узнаю и посмотрю, сколько мне заняло это времени. Вот, допустим, на таком примере, да? Поиск людей, обычные люди, видите? Мы не будем заходить к тем, вот, например, видите, вот эта вот девушка. У нее уже ID написан, видите, внизу слева? Цифровой ID. А мы зайдем к тем, у кого не написан. Давайте. О, Катя Клэп. Давайте. Раз, два, три. Опа, опа. Все, узнал. Все, профит. Ну, в принципе, сколько заняло времени? Ну, 1-2 секунды. Да, вот видите, я выделил именно ее ID. Так можно сделать абсолютно с любым человеком. Это самый быстрый способ. То есть, например, о, Задорнов, братюня. Печальный Задоров. Нажимаем. Именно вот эта вот часть, это и есть ID. То есть я потом копирую, убираю, пишу и все, профит. Вот такие вот дела. Но следующее видео, оно будет тоже интересным, так что посмотрите следующее видео.